Чаще будет повторять, лучше будет получаться. Раз, два, три. Меня зовут Толя Абрамов. Сегодня мы поговорим про Долариву. Это самый изученный гард, наверное, во всем джиу-джитсу. Но мы поговорим про вариативность и будем смотреть на ситуации, когда у вас что-то не пошло, или что-то пошло не так, или нужно придумать что-то еще, и не хочется больше никуда уходить из этой Долариевы. То есть мы будем говорить с вами об опциях, о ваших возможностях дополнительных. Кто-то вспомнил, кто-то что-то новое изучил. А кто-то просто вспотел. Спасибо.